Участники внимательно вслушиваются в ноты и слова, ведь по правилам игры «Музыкальный квиз в парке» нужно отгадать песню и исполнителя. Участник викторины Илья Трегубенко совместил приятное с полезным, отметил День молодежи и день рождения друга одновременно. Сегодня День молодежи, мне ужасно нравится этот праздник, я каждый год сюда прихожу, а еще так сегодня совпало, то, что у моего друга день рождения. Это еще лучше, мы сидим на квиз, угадываем песни, это очень классно. По традиции в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха с размахом отметили Всероссийский день молодежи. Ребята играли в музыкальный квиз, слушали музыку и басы на автовечеринке, побывали на концерте певицы Гумы. Мы каждый год стараемся, придумываем что-то новенькое, но в этом году очень масштабный праздник получился, прям целый фестиваль. У нас в основном возрастные ограничения в этот раз от 16 до 35 лет, у нас молодежь считается. Супруги Артем и Марина вместе более 10 лет. На фестиваль пришли с радостью, ведь это место для них памятное. Ну, для нас в первую очередь, наверное, отметить вместе это время вдвоем побыть наедине. Плюс парк для нас знаковое место. Мы здесь гуляли еще, когда только начинали встречаться. То есть мы как бы, да, для нас это прям место романтики. Подруги Вероника и Маша – настоящее олицетворение молодежного праздника. Их главная цель – послушать музыку, посмотреть на машины и найти новых друзей. Мы пришли посмотреть на машины, нам очень это нравится. Пришли послушать музыку. Потусить, познакомиться с разными ребятами. Как у вас настроение? Все отлично, замечательно. Фестиваль удался. Одинцовская молодежь любого возраста подобрала занятия по душе и настроению. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».